Итак, ребята, сейчас мы будем смотреть гонки по городу. Вот первая машина, желтая спортивная машина, которая будет участвовать в гонках по городу. Подъезжает еще одна, зеленая. Это у нас Lamborghini, желтая это Chevrolet. Эти две машинки будут гонять по городу. Вот водители этих автомобилей, они что-то спорят, о чем-то говорят, может быть, о том, сколько кругов должны проехать. Один даже смеется над вторым, мол, что он не сможет выиграть. Хорошо, что же они решат? Ладно, они, наверное, договорились и садятся в свои автомобили. Сейчас они будут ехать. Красный свет, желтый, внимание, и машины поехали. Они мчатся по городу очень быстро, нарушая всякие правила, они мчатся по городу на больших скоростях. Смотрите, как они быстро едут, и один не может обогнать другого, они едут рядом, смотрите, как их заносит, они продолжают свою езду. Смотрите, что происходит, ребята, вау! Оу, случилась авария, черный автомобиль, он переворачивается через другие автомобили. Но наши нарушители, наши гонщики мчатся дальше, их заносит на поворотах, и они едут дальше. Они едут, едут, смотрите, их заносит, они разворачиваются на дороге, но они профессионалы, они выравнивают машины, едут дальше. Оу, зеленая машина отстает, смотрите, смотрите, опять авария, столкновение с белым автомобилем. Но автомобили спортивные едут дальше, они обгоняют полицейскую машину, полицейский едет за ними. Полицейский хочет разобраться, почему такие гонки, почему они нарушают правила движения на дорогах. Итак, сможет ли полицейский автомобиль догнать наши спортивные автомобили? Смотрите, полицейские преследуют нарушителей. Что происходит дальше? Смотрите. Вау! Опять столкновение, авария белой машины и полицейской машины. Замедленная съемка, смотрите, что происходит. Да, столько аварий происходит на улицах города. Вот так стоят две машины, которые попали в аварию. Подъезжает полицейская машина, чтобы разобраться в том, что случилось. Итак, полицейские подъезжают к месту происшествия. Сейчас они решают, что делать дальше. Итак, полицейская машина отправляется в погоню за нашими нарушителями. Вот это. Вот еще едет скорая помощь, потому что пострадавшим нужно помочь. Может быть, кому-то нужна помощь и нужно отвезти в больницу, потому что случилась авария. Да, наверное, кому-то плохо очень. Смотрите, двери открыты скорой помощи, и сейчас кого-то повезут дальше в больницу. Смотрите, что происходит. Вот дальше наши нарушители мчатся вперед, зеленая впереди. А за ними полицейская машина пытается догнать их, но они же спортивные. Вот движется пожарная машина, движется медленно, спокойно, видимо, нигде нету пожара, она просто едет по улице. Она переезжает перекресток, но что происходит? Она останавливается, наверное, поломалась, но мы не знаем, что случилось, наверное, машина сломана. Но наши гонщики где-то на улицах города, они мчатся дальше. И смотрите, вау, еще одна авария, они сами попадают в ДТП. И вот наш полицейский подъезжает, наша полицейская машина. Да, нарушители будут наказаны, если они остались в живых. Если они пострадали, то они будут отправлены в больницу, потому что после такой аварии, наверное, им очень плохо. Да, столько аварий, и все из-за какой-то одной гонки. Да, вот, те, кто пострадал, отправляются в больницу, потому что после такой аварии многим нужна помощь.
Пострадали, кроме людей, также и машины. Смотрите, первая спортивная машина желтого цвета, Chevrolet, ее везут, отвозят. Дальше зеленая спортивная машина, Lamborghini, и она тоже разбилась. Белая Toyota тоже побывала в ДТП. Да, столько аварий. И даже полицейская машина тоже ее забирают. Столько аварий, столько пострадало людей. Смотрите, полицейская машина сопровождает. Да, не нужно нарушать правила. Вот, и люди пострадали, потому что скорая возит людей туда-сюда, в больницу, чтобы им оказали помощь. Нужно ездить по правилам. Если красный горит, то нужно стоять. Если загорается зеленый, можно ехать. Не нарушаем правила движения, не превышая скорости. Итак, подписываемся на канал, ставим лайки и заходим на официальный сайт sinchukov.com.